Особенные ученики этой школы обладают невероятным трудолюбием и тонким чувством прекрасного. Педагоги называют своих детей индикаторами души и помогают всестороннему развитию. У них очень слабая моторика, поэтому мы все свои силы уделяем на то, чтобы развить их способности. И физические, и умственные в какой-то степени. На протяжении многих лет этому учебному заведению помогают предприниматели, депутаты, общественные деятели и представители дипломатических миссий. Переданные материалы и оборудование позволяют развивать не только необходимые для дальнейшей жизни навыки, но и открывают новые таланты. То, что здесь абсолютно реально эти дети с помощью, их помощью начинают уже помогать городу, это действительно их трогает, я так понимаю, до самой глубины души. А вы видели, на самом деле эти дети уже начинают приносить пользу и окружающим, и самому городу, высаживать деревья, дарить окружающим людям подарки именно с использованием этого оборудования, материала, который им подарили. День защиты детей. Друзья и гости специализированной школы привезли ребятам новые подарки. А в ответ особенные воспитанники этой особенной школы показали костюмированный спектакль. Мишель Армат, Алексей Очаповский, Думское ТВ.